Здравствуйте, меня зовут Анна. Я родилась в городе Челябинске в России. Закончила Челябинский институт культуры по классу преподаватель хорового дирижирования и хоровых дисциплин. По профессии я музыкант, но всегда хотела научиться рисовать профессионально. То есть рисование было моим хобби. Приехав в Америку 15 лет назад, я получила американское гражданство и стала брать классы в колледже. Это были живопись, масляная живопись, это рисование с натуры угольком, это были индивидуальные занятия по акварели, также онлайн-класс школы Art Matita рисования портретов. И вот эти работы представлены здесь, в этой комнате, мои прошлые работы. В данный момент я беру онлайн-класс школа Арона Амаре гиперреализма. Дипломной работой моей стала картина «Бурый мишка». Я ее представляю вашему вниманию. История создания этой картины очень интересная. Мы проживали в штате Калифорния, в городке курортном горнолыжном под названием «Биг Бэр». В переводе означает «большой медведь». Когда я выбирала референс для работы дипломной, мне очень понравилась фотография Джири Николас «Медведь вблизи». И перед тем, как начинать работать над этой картиной, я посетила местный зоопарк, увидела мишку вблизи. Посмотрела, какая шерсть у него, это и очень жесткая шерсть есть, и гладкая шерсть, и пушистая. И когда солнышко светит на медведя, то отражается на кончиках ушей, вот можно увидеть, на загривке, на морде, и лапы тоже поблескивают от солнышка. Когда я писала эту картину, трудность возникла у меня в том, что я должна была каждый волосок показать, строение его, как он переплетается, как он или расчесанный этот волосок, или помятый волос, или шерсть это. В тени, допустим, я использовала темно-фиолетовый, темно-синий цвет, и фон впервые я использовала аэрограф, он передан от одного цвета, переход в другой. Мне очень понравилось работать с аэрографом, можно показать размытые тона. Для этой написать эту картину я смогла за 10 месяцев, то есть я начала работу в прошлом году, в сентябре месяце. Размер картины 121 сантиметр в длину, в ширину 67 сантиметров и глубина канвы 3,5 сантиметра. Итак, я представляю вашему вниманию картину «Бурый мишка» для конкурса Golden Talent. В прошлом году я заняла два вторых места в этом конкурсе. Это японская композиция на батике и акриловые краски, морская тематика. Надеюсь, в этом году у меня тоже получится поучаствовать в этом конкурсе Golden Talent. Спасибо за внимание.